Press any key to continue. Так, а здесь же русский есть? Join to claim 5000 кредитов. Вступи в наш паблик ВКонтакте и получи 5000 рублей. Так, погодите. Потише, 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 не ори. Все вот так вот. Лор. Так, начали мы в 18.37. Это значит, что в 23... Ну, в 23.40, короче. Все, запомнили. А я играю уже? А, да, реально. Че? Подожди, уже? Вот так вот сходу? Глубина миссии. Минус 280 метров. Неглубокий грот, обнаружены минералы. Сложность 1. Длина 2 шага. Чего? Я кто вообще? Я где вообще? Hello? Just follow the instructions, and you'll be an elite miner in no time. Элитным шахтером? Воу. Факелы. Пещера погружена во тьму, и вам необходимо постоянно освещать их. Нажмите F, чтобы бросить факел. А где посмотреть, сколько их у меня? А, все, вижу. Погоди, это что-то не похоже на какой-то бурильный аппарат. Это пулемет вроде бы. Ой, бля. Ты кто? Включи субтитры. Так, одну туда кинем, одну сюда кинем. Добыча ресурсов. Удерживайте, чтобы использовать кирки. Найдите и выкопайте золото. О, реально золото. Вау! Золото. А, стоп, это не золото? А, это говно какое-то, походу. Это какая-то, видимо, медь. А, нет, золото. Майнкрафт. Так чё, погоди, стоп. Кубоголовые опять победили, что ли? О, кубоголовые всегда выигрыши. Ой, сейчас сразу всем внезапно понравится эта игра, раз здесь можно копать алмазы. Только что они ее хейтили, а теперь она сразу всем понравится. Вы только гляньте на них. Мне кажется, вот так майнить быстрее. Или нет? Окей, видимо, нет. Нажмите C для вызова мула и подойдите к нему, чтобы выгрузить собранные ресурсы. Мул — это ходящий ящик команды для хранения ресурсов. Угу. Туннели обычно заблокированы, спрессованы землей. Ищите коричневые куски земли и копайте через них, чтобы отыскать проход вперед. Копайте через спрессованную землю. Погоди, я хочу золото все выкопать. Оно мне надо. Золото мое, золото. Положу его себе дома и буду над ним чахнуть. Так. Спрессованная земля, да? Но это вот она получается. А, ну я правильно, значит, копал. В смысле, не туда. Так это же спрессованная земля. Или нет? Ну да, это же она. Так, а здесь можно пригнуться? Плотная земля. Поставить метку. Обычный камень, синий кристалл. Погоди. Обычный камень, обычный камень. Так ну да, это же она. Плотная земля. Это же, наверное, просто ошибка перевода. Типа не плотная, а спрессованная имеется в виду. Ну-ка.
Ошибка новичка. О! Сюда. Вот так вот. Нажмите Left Shift для бега. Так, флайеры мои, короче, восстанавливаются со временем. Это я понял. О, красный сахар, целебный кристалл. Здоровье переполнено. Здоров как бык. Инструмент для перемещения стрелка — это тросомет, который можно использовать для преодоления пропастей и других препятствий на местности. Нажмите 3, чтобы достать тросомет. Ну, типа... Йоу! А чё так медленно? Быстрее давай! Так, ну прикольно, прикольно. Я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Он сказал штуку! Он сказал штуку! У каждого класса есть первичное и вторичное оружие. Нажмите текущий набор. Добыть 100 единиц моркита. Почему у меня оружие, кстати, есть? А это что? А, это тросомет мой. Удерживайте F и G. А, у меня еще и гранаты есть какие-то. Это оно? Моркит! Моркит! Так, а как мне... А, ну вот так получается. Добыть 100. Подожди, а где? А, это все в этого балбеса загружать надо. Сейчас давайте ему здесь пробурим. Чтобы он спустился. Все, давай, спускайся. Спускайся давай! Блин, что за тупень? С? Ты что, угораешь, что ли? Алло? I need the mule right here, right now. Не-не-не, мне он нужен вот там. Вот тут он мне нужен. И реально подошел. Обалдеть. Так, загрузиться. Все, да, правильно. Стюверда. Копаем дальше. Пока что мне это напоминает... No Man's Sky. Вот что мне это напоминает. Все вот эти вот процедурно генерируемые пещеры, какие-то припасы копаешь. Так, все, ну вроде бы здесь пока пусто. Alert! Defense barriers have been breached. We have a horde of enemies heading in your direction. It was a pleasure meeting you. Hope you'll get an honorable death. Baptism by fire, I guess. Чего? Чего? Ох ты, ё-моё! Не-не-не-не-не, ребята. Не-не-не-не-не, я не умру в обучении. Я не умру в обучении. Давайте, давайте, подходите. По одному. Нажмите 4, чтобы достать генератор поля.
Чищ! Подожди, блядь, я самый крепкий дворф в этой пещере. Найс. I just knew you had it in you. Incidents like this sadly occur fairly frequently in Hawk season. My best advice is to get accustomed to your weapons and gear. Let's continue the training. That mission control guy better bloody lay off me once I earn my place. Ой-ой-ой, мейт. Сканер местности. Удерживайте таб, чтобы использовать сканер местности. Он поможет вам перемещаться по пещерам и искать важные предметы. Примечание, вы можете изменить режим доступа. Ага. Воу! Это я! Вот так вот я и выгляжу. Так, а что будет, когда я выкопаю весь этот моркет? Меня заберут? Меня же не оставят в этой пещере? Finally, a chance to learn the ins and outs of this job in my own pace. Давайте с запасом выкопаем сразу. Can't carry anymore. Possible work, miner. You'll be a good fit for our operations, and management will be pleased that they were correct in putting their faith in you. Return to base, and let's get you into the fray properly. Press the button on the mule to call in the escape pod. Good work. Sending in the drop pod. Куда? Куда он ее запрашивает? Окей, погнали. И наверняка, пока я буду к ней бежать... Прибывает? А, отбывает. Ну так, наверное, с ними нет смысла драться-то никакого, да? Ой, блядь, что еще и мула ждать надо будет, пока он добежит? А, или его вообще сопровождать надо. А что, если я просто продолблю себе проход? Что такое? Что такое? Блять! О, реально продолбил проход! Найс! Что-то изи. А, то есть да, меня еще и не пускают, если я мула не привел с собой. Охереть. Можно мне внутрь, пожалуйста? Зона эвакуации, дворфы своих не бросают. Могут и без тебя улететь. Получено достижение «Шахтер». Это я? Ой, а мне дадут самого себя создать? Кукиш-какиш. 531 рубль. Время миссии 17 минут. 990 XP. Так, окей, продолжить. Ну, прикольно, мне пока нравится. Good morning, crew world. Congratulations on signing on for Deep Rock Galactic, Miner, and welcome on board. Settle in and get your bearings, then proceed to the mission selection terminal and select your first mission. We're looking forward to seeing you in action. Бурильщик, инженер, стрелок, разведчик.
Выбор персонажа. Играя за инженера, вы привносите в команду два ценнейших для выживания в пещерах инструмента. Платформенную пушку и турели. А, то есть Торбьорн буквально. Пушка стреляет прикрепляющимися на любую поверхность платформами. Автоматические турели способны просто засыпать врага свинцом. Если, конечно, установить хотя бы одну, пока вас не убьют. Так, ну стрелок это понятно. Бурильщик. Как бурильщику вам доступны титановые силовые буры. Вот эта тема. Ваша работа расчищать заваленные тоннели и устранять другие препятствия на пути команды, но и в сражениях вы сила, с которой стоит считаться. Буры быстро уничтожают большинство врагов вблизи, а для боя на дистанции у вас есть огнемет. Так, пока мне больше всего бурильщик нравится. Вы разведчик, единственный, у кого есть мощный осветительный пистолет. Вся команда зависит от вашей способности освещать ей путь. С помощью своего крюка-захвата вы можете добраться куда угодно и разведать обстановку, но не отходите слишком далеко от команды, хоть у вас и есть автомат с обрезом. Пещеры не будут любезничать с одиноким исследователем. Давайте бурильщика. Кукиш-какиш. И зеленобородый. Бэм. Так. Победа начинается под землей и заканчивается в баре бездна. Это что, это какие-то мотивационные фразы? Без гордости не достичь успеха. Руководство шахтера. Нажми В. Yeah, rockin' stone. Rockety rockin' stone. Yeah, rockin' stone. Give me a rock. And stone. Rock and stone. Все, фразы закончились. Никаких. А, так я думал, это и есть вся моя база. Нихера себе! Вау! Общая премия за опасность, время миссии. Кредитов получено, опыта получено. Так, это походу бывшая, типа, прошлая миссия. Она не твоя? Rock and stone to the bone. Rock and stone. Rock and stone. Rock and stone. Блин, я... Было бы круто, если бы это все, что он говорил. Вот, типа, чтобы этот дворф знал только два слова. И чтобы даже если я использую voice, чтобы он преобразовывал мой голос так, чтобы все, что я говорил, это было rock and stone. Так, головной убор. Ну, сейчас у меня ничего нет, наверное. Победные движения. Бля, ну у меня что-то, конечно, 15 подбородков. Давайте, довольные аплодисменты. Брови? А, понятно. Бакенбарды чисто выбритые, усы чисто выбритые, борода чисто выбритый, цвет волос коричневый. Спасибо, папаша. Единственное, что у меня есть, это брови, которые я не вижу, потому что у меня очки. Бигзур Ахмед, что называется. Экипировка, тяжелая работа в крови у каждого дворфа, ты уверен, что выкладываешься на все 100? Кастомизация кирки? Переднее лезвие, тыльное лезвие. Головка, рукоять, древко, набалдашник даже поменять могу. Охренеть. Так, ну мне нравится, окей. К мемориальному... Чё еще за мемориальный зал? Погоди-ка, погоди-ка, погоди. Не понял сейчас. Сражаемся и добываем за скалу и камень. Плакат требуется 7-й ранг игрока. Дворфов не бросать. Пусковая шахта. А, но это не значит, что надо умереть, чтобы сюда попасть, да? Надо просто большой ранг получить. Повышение. Я заслужил повышение? Видимо, нет. Воу! Блин, прикольно. None can stand before us. Like that,
Подожди, он сказал фразу без Рака и Стоуна. Так, выбор миссии, окей. Соляные ямы, ну а как иначе? Сканер вне зоны досягаемости. Список серверов. Кристаллические пещеры. Неудача отвратительности. Соберите 35 голомита, соберите 200 маркита. Присоединиться, публичная игра, только для друзей, одиночная. Колян, Фро, Гнацкерен и Король Кринжа. Алло? Человек Урахис, Мемнята, понятно. Так, я хочу быть бурильщиком. Погоди, кто-то ливнул. Мемнята, видимо, 16 уровня у нас двор. Did I hear a rock and stone? Just rock take your sweet time, old stone. Day. I've got all day. Подожди, а кто из них кто? Вошли и вышли, приключения на 5 минут. Так, ну ребята... Охуеть. Любимый стримлер играет в любимую игру. Нихуя себе. Сколько будешь в нее играть? А, это дворф приехал. Копатель могил онлайн, спасибо за 150. Ну, 5 часов получается, науки выпало. Я пока это... Дворф-новичок. А тут, видимо, уже все мастеры какие-то бегают, что-то... Тут уже все разработано. Погоди, а как мне бур использовать? У меня же бур какой-то есть. Rock and stone. Так, это... Так, ему насрать, понял. Пацаны уже убежали куда-то. Алло? Rock and stone. Блин, король Кринжа нас бросил. 3. О-о-о. А если я вот туда забурюсь, например? It's overheated. Прикол. Ща, погоди. Так, охлаждаюсь, охлаждаюсь. Подожди. И чё, я, получается, я вот так вот могу куда-нибудь выбраться? Кадры? Да, пролагало немножко. Так, огнемет, пистолет и, получается, бур. А, ну у бура у меня топливо ограниченное. Rock and stone. Rock and stone. Rock and stone. You're never alone. Rock and stone in the heart. Rock and stone, everyone. For rock and stone. By the beard. Rock and stone. Rock and stone. Так. Куда король Кринжа съебался? Он нас бросил. Сука такая. Блин, я тоже крюк хочу. Там улей. А вот нас ждать надо было. Бегают так смешно. Улей глифидов. Ща я пробурюсь. Ой, блин, сейчас бы пробуриться в улей глифидов. Так, мы его ломаем, получается, правильно?
Или нет? Похоже, я нарушил единственное правило дворфов. Не буриться в улей глифидов. Неудача отвратительности. Соберите 200 маркита, соберите 35 голомита. Публичная игра только для друзей. Командный режим, сложность, опасность 2, сложно. Рискованно. Экстрим. Смертельно. Вы должны завершить поручение assignment из терминала поручений для разблокировки данного уровня опасности. Пароль сервера не обязательно. Давайте экстрим. Ну ладно, ладно, давайте. Ну ладно, давайте сначала сложно. Rock'n'Stone. Поехали. Блин, а что тут делаете? Вы кто? Какиш, анлакиш, дарки, уски. Работайте вместе или умрите в одиночестве. Нажмите X, чтобы привлечь внимание. Так, ну что, пацаны? Добуримся в пещерочку. Добудем немножко алмазиков. Погнали. А чё? А чё, он не бурится? А, я не могу добывать так, что ли? Тю! Кринжуля. Я думаю, нужно копать здесь. Погоди, а чё никто алмазы, ой, золото не добывает? Что, богатые, что ли, слишком? Добыть голомит, добить... Так, золото переполнено. Окей, закидываем. Ой-ой-ой. А прыгать вот так можно? Окей. Блин, заткнитесь, суки. За мной, пацаны, я пробурюсь куда-нибудь. Так, это оно получается, да? Это вот эти штуки нам копать надо. Это что такое? Это золото? Нитро. Нажми 5. Это что такое? Оно не ставится. Патроны покупаются за нитру. Добудьте и выгрузите нитру. Так, погоди, надо выгрузить все. Найс. Rock'n'Stone! Так, короче, я вниз пошел. Пацаны, меня не терять. Тут, кажется, много приколов. О, это же маркит вот это, да? О, погнали. Rock on! Кажись, вот там что-то есть. Rock and stone, you beautiful dwarf. Жадеит? О, саладаза. И зачем оно мне? Крахмальник, жадеит, луковица, ячменя, хранилище ком... О,
Так, погоди. Это что такое? Heads up, miners. You're about to get peppered by lithophage meteor fragments. Чего? Пацаны? Rock and Stone? Ё-моё, что происходит? А! Rock and... Короче, я бурюсь. Я бурюсь в пещерку. Всё, я прячусь тут. Это для открытия... Ау-ау-ау-ау-ау! Понял. Нет, я не хочу это брать. These plague hearts will grow into contagion spikes. Need to get them off planet. Let's rock and stone. We are unbreakable. Where is that den? A plague heart, the source of all our troubles. Метание, удерживайте. Нам надо ее отвезти к Молли. Кто такая Молли? Rock and stone, yeah. Кажись, я ее выкинул. Это что такое? Понял, уже не важно. Так, ребята, как наверх заб... Ага, понял. О, бурюсь. Вижу цель, не вижу препятствий. Бррр, ой-ой. Вспомогательный инструмент. Так, погоди, хочу немножко нитры. Обычный камень. Так, то есть сюда копаться надо, да? Пацаны! Это рак! Это стоун! Ой, блядь, это что такое? Пацаны! Они хотят забрать наши раки и наши стоуны. Не дадим им это сделать. Добыть галамит. А, то есть все припасы общие. Я понял. Ой, меня все бросили. Все ушли без меня. Пацаны. Ребята. Rock on! We are unbreakable. А вот турелька, вот она как выглядит, да? Так, ну эти мега-геймеры там уже чем-то заняты. Я пойду тогда куда-нибудь еще. Заткнись нахуй! You shouldn't need precious minerals. It will get you killed. Так, а это что? Нажми 5. Сбор припасов, стоимость 80 нитро. Чтобы бросить гранату, нажмите Г. Блять! Rock and stone? Rock I found. А, ну галамит там не нужен уже. Fight for rock and stone. If you don't rock and stone, you ain't coming home. Rock and stone. Блин, я тоже хочу вот эту вот штуку, чтобы летать. Эта штука восполняет 50 портонов и здоровья. Ага. Так, вот там вот. Это моё. Это добыл я.
Это сделал я. Голомит всегда нужен? Не, погоди. То есть мы можем фармить вообще, в принципе, бесконечно, правильно? Или в этом нет никакого смысла? Бабки дают? Ну так почему нам тогда просто здесь не остаться и несколько часов не фармить все? В чем подвох? Лёха, нажми. Предоставляем тебе честь. Вы гордитесь мной? У меня получилось? Шахта не бесконечная. Окей. Так, десантная капсула. А вы куда? Ребята, не бросайте меня. Не, ну, блин, с такой командой сразу максимальную сложность тогда ставить надо. Чё-то как-то изи слишком. Блин, мне даже побурить особо не дали. Я разочарован. Rock and roll and stone! Come on, guys! Rock and stone! You're cute, but you're dead. So long, sucker! А я не в ту сторону еду, пацаны. Эх, твой звездный час, пробури нас до дропода. Бля, час, пацаны, я вас не брошу. Где? Блять, я назад поехал! Блять! Где бурить? Где бурить? Бурю! Бурю, пацаны, бурю! Сейчас, ждите. Сейчас, ждем. Погнали. Бурю. Блять, опять перегрев. Rock and stone! Leave no door behind! Bro, hip hot shot! We're here to shoot the one out! The mule is secured. Initiating launch sequence. Погоди, какой? Начинаем отсчет до запуска. Подожди, нам еще 25 метров буриться. О! Ребята, это я сделал! Я вывел нас! Rock and stone! Не, вас не берем. Уезжаем без вас, пацаны. Что-то изи. Не, ну реально сразу максимальный уровень тогда надо ставить. Чё-то слишком просто. Даркиус инженер, кукиш анлакиш стрелок, разведчик бурильщик. 197 баллы производительности. Ага. Ну прикольно, мне нравится. А, и мы, то есть, все еще в пачке. Так, сначала в бар. Охота за яйцами, выплата. Пиво, срочно пиво. Пиво! А где здесь? Чё? Всего 2 кредита, погоди. Oh, yeah.
Ты где такую шляпу взял? Подобрать крушитель глифидов. Воу! Так, давай еще. Fortune and glory. Long live the dwarf. А чё мы тут только одни-то пиво пьем? Ну, получилось. Сезонный терминал. Ой-ой-ой. Активировать терминал. Это что такое? Пнуть. Я ща умру, ребята. Кукишан Матиш умер. О, нет. Анлаки. Нет! Бля. Окей, я на воротах. Я на воротах. Все. Не пробьете. Бля, ну и что это было? Вы уверены, что там... Погоди, вот это выглядит как силовое поле, которое выключить можно. А можно его выключить, чтобы они провалились? Сука, я даже не думаю об этом. О, значит можно. Так, значит можно. А как? Нельзя? Блин. А может вы тоже нам мячик дадите, чтобы мы тоже поиграли? Ах ты, это не считается. Можно гравитацию отрубить. Ах ты, блядь, какой, сука. Пацаны? Rock on, the car! If you don't rock and stone, Kimmy, you ain't coming home. Всё это, блядь, за игра. Глубокие погружения. Опа. Чисто какие-то дворфы пришли, какой-то хаос устраивают. Сногсшибающий стаут. Блять, это же прям максимальная игра для подпивасов. Чисто сидеть, копать какие-то камни, а потом пить пиво. Ой, бля. За работу? Подожди, мне пиво не дают пить? Так, кто-то упал и проперделся, и на него кто-то что-то вылил. Есть такое. Так, мне пиво, пожалуйста. До краю. Охуел? Куда это он прыгнул? Блять! Все, конец. Он взял мое пиво, выпил и прыгнул в какой-то портал. Come on, guys! Rock and stone! Rock and stone, brother! Rock on! Rock and stone forever! Orders from management. Stop dancing and get to it! Bacall!
Ой, пенка-то какая. Да он одну пену только и налил, алё. Не понял. Я где? Пацаны? Пацаны? If only we can get to Hoxus drinking wormhole. This is so... Underhill Black management. Stop dancing and get to it. Bali! О, там двор был в пенке. Алло, что происходит? Чё? Блять, я стоптался! Я дворф, а не гном! Эй! Отошел! Так, давайте соберем все стаканы. А, кстати, можно и на миссию пойти. Не-не-не, нахер миссию. Надо собрать в центре все стаканы. Я вообще нихуя не понимаю. А, они пропадают. Блин, они пропадают, отстой. Рок-н-стоун! Бэм. Да тут реально можно даже в игру не играть. Тут вот только вот это вот лобби, это уже достаточно. У каждого пива есть какой-то эффект. У слада кремния стрела. Ой, что-то она... Бля, фу, горячее пиво? Фу, нахуй! Если кинуть кружку в кольцо, получишь ачивку. Погоди, я дымлюсь похуй. О, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! Пацаны! Пацаны! Блядь, взрывной понос! Пацаны! Да когда это закончится, это, блядь? На помощь! Бля, ну так оно и бывает. Сухарики с пивом, вот прям... Да, чаевые 5 кредитов. Подожди. Блять! Давай еще одну. Даю! Бум! Изи. А чё, ачивку не дали? Бля, почти. Сейчас. А почему, когда они прыгают туда, написано, что они умерли? Погоди. Да ладно. Ну. О, да ты издеваешься. Бум. Прыгни в кольцо. Я не буду прыгать в кольцо. Я видел, как вы умираете. Отошел. Ладно, я прыгаю. Блять. Премия Дарвина, ачивку дали. Ага. Понял вас, понял. Так, ну здесь же еще получается скинчики где-то купить можно. Хватит ходить за мной, вы, блядь, три урода. Отъебись от... Нахуй миссию. В
Бля, это настолько стрёмные здесь дворфы, что ли, в этой игре? Бля, ты посмотри, у него аж трясётся всё, когда он ходит. Ладно, короче, погнали. А, магазин, во. Промышленные очки, деловой. Свою работу делает. 80 рублей. А, так тут все. А, нет. Нет. Есть и дорогие вещички. Цвет волос, цвет кожи. Бледный. О, усы. Йо, элегантный изгиб. Погнали. Да, хочу усы. Ой-ой-ой-ой-ой, борода. Не, бороду не хочу. Ууу, вот бакенбарды можно. Так, бакенбарды. Цвет волос, броня, головной убор. Купить. Костюм бурильщика. Ваш ранг слишком низок. А, то есть здесь качаться надо, да? Потом открываться что-то будет. Хватит. Иди нахер. Обмен минералов. Разблокируйте торговлю минералами на доске поручений. Короче, есть пиво, которое увеличивает все золото, которое ты получаешь. За золото. Прикольно. Так, я поссать, и можем отправляться еще один какой-нибудь, кто-нибудь еще один рейд. Был-был один веселый камень, его все брали и бросали. Веселый камень, его все брали и бросали. Веселый камень,